Доброе утро всем подписчикам канала Винтершоп. Сегодня очередное видео с утра. Опять же мы одни. Радуемся Эльвету. И я вам хотел бы сказать про очки. Очки на самом деле также защищают ваше лицо, как и шлем. Ну еще и защищают ваши глаза от ультрафиолета. Всего бывает 4 степени защиты у очков. Вот это вот прозрачная единичка. Белое стекло — это вообще 0. Ну и двойка, тройка — это самые распространенные очки в горах. Четверку используют только альпинисты. Они вот как бы не меняются. Как мне в 79-м году купили очки с таким желтым фильтром, так, в общем-то, и до сих пор выпускают с какими-то инновациями. Допустим, вот эта линза называется сферик. Она сферическая, а бывает еще цилиндрические, это плоские линзы. Есть такое мнение, что сферические линзы, они имеют большую площадь обзора. Но я думаю, что это не так, потому что все спортсмены даже на Кубке мира используют плоскую